текстура, как у мусса или пудинга. Еще пахнет так шоколадно, печенично, варенично. Напоминает пенку варенья, когда бабушка варит вот в этой большой кастрюле, и сверху пенка образуется. Вот тоже еще такая ассоциация. Волос буквально съедает маску. Я ее наслаиваю. Обычно, когда я прочесываю волосы, чтобы убрать излишки маски, остается на расческе очень много средств. А тут почти пустая. Хочется еще наносить и наносить, хотя по факту я нанесла достаточно. Волос, знаете, такой упругий-упругий и рассыпчатый. Я обожаю такое состояние своих волос. У моей маски был небольшой пигмент, еле уловимый, но чтобы выровнять мой цвет белый, кончики мягкие стали. У меня 4 маски, я буду все тестировать, у них накопительный эффект, но я уже понимаю, что это прекрасный продукт. Думаю, месяц мне хватит, чтобы их оттестировать, и хочется сделать бомбезный рилс.